Все, Андрюха. Да, Андрей, нагрей. Я лишь сосечку делаю. Но она там все равно будет бакланить потом. Сосечку можно на холодную делать. Пойдем, Андрей. Потом скрутка, да, будет? Сортировка. Вот для меня скрутка. Да, по правильному это сортировка. Я все равно там музыку наложу. Поехали. Вот эти края докрутить. Ну я понял. Они были более прокладные по отношению к середине. Ну я понял. Сейчас подогреем отдельно вот это место, потом вот это. Все, я понял. Неравномерный прогрев был.
не влезла она целиком. Я поэтому и не расплавилась. Я подумал, что туда надо насыпать, потом греть. И смотреть, пока она мне не понимаю. Сейчас охладим. Не показать, да. Не успел. Да не бойся ты, не бойся. Ломится он. Да, возможно, нет. Да я знаю. Тут главное знать, как крутить. Олей, пакет или подсока в воду можно ставить на костер или варить чай. Кипятить. Бумага не сгорит. Подожди. Там, да. Это тоже такой же эффект. Кипятить холодный, он не дает нагреться до определенной температуры курения. Ага. Что, все готово, Андрей? Владимирович? Попробуем, только нет. Ну, она у него... Мы потом пойдем с тобой и покажем, куда эта ручка будет. Не будем мешать, надо пошить. Сюда надо подгонять будет. Ну понял я, да. Отверстие сделано пока предварительно. Ты сюда покажи, что она туда будет. Вот эту телегу. Таким образом, ставлю туда. Пойдет.